Как думаешь, Мелан, может ограбить этот крутой банк? Да, мне он понравился, может ограбим реально. Он же такой большой, там столько много денег. Жалко только очень много охраны, я не знаю, как мы справимся с ним. Ну это вообще легко, Мелан. Мы же выбрались как-то из подвала типа Мелана. Значит, мы сможем этот банк ограбить. Ха-ха, да. Мне кажется, что у тебя даже оружия или одежды нету, чтобы ограбить этот банк. Хи-хи, нубик. Это у тебя нету, у меня все есть. Ладно, хватит ссориться, давай одеваться. Так, вот такую я одежду. Опа. О, хорошая одежда. Да, теперь нам отдаем оружие, все. Револьверы, да. Теперь мы сможем отправиться и ограбить этот банк. Погнали. А сумки взял? Да, сумки взял, но они сейчас у меня в кармане, так как они маленькие. Хорошо, так. Погнали все ломать. Так. Бежим. Сейчас коронный момент будем. Деньги заберем, уедем от этого People Melon, но он нам ничего не сделает. Мы сможем заходить спорить, сколько захотим. На! Ох! На! Получайте! На! Ай! За! Спина! Ага! На, дед! Получай! Ай! Ох ты! Ох! Ай! Вы хоть знаете, кто я? Я огненный феникс! Да нам плевать, какой ты феникс огненный. Ай, ты гнида, ауд. На. Нам плевать, какой ты огненный, не огненный. Ногу ранил мне. Все, Мелан, быстрее. Нам надо грабить этот банк и валить отсюда. Позавелись огненных фениксов. Согласен, быстрее. Так. Проходим. Не трогайте, пожалуйста, меня. Я Дерол МП, я просто работник. Может, вы меня не будете трогать? Деньги нам давай. Я открываю эту дверь. Нет, я вам ее не открою. Не трогайте меня. Да, на, получай. Нет! Все, проходим. Не хотел открывать, значит, умрет. Согласен, people. Стоп, а тут дверь закрыта. Что делать будем? Так. Я даже не знаю, что... Но она не открывается. Похоже, конец. Стоп, что это? Я у него ключ нашел от этой двери. Может, откроем? Молодец, Мила. Проходим. Убей. Да. А дальше что будем делать? За этой дверью уже находятся все деньги. Это сейф, а в нем и деньги. Я знаю, что мы будем делать. И что? Надо кое-что интересное сделать. Все, я заложил бомбу, теперь надо свалить. Уходим. Ох. Теперь ждем, пока бомба взорвется. Ты слышал? Бомба взорвалась, дверь открылась. Быстрее. Так, эту дверь мы открываем. Пошли. Да, сейчас наши деньги все будут, эти деньги нашими. Ура, да. Ха-ха-ха. Да, я так и знал, что мы победим и сможем ограбить банк. Хе-хе. Все, а теперь быстро. Где сумки? Доставай сумки. Все. Давай. Опа, все, собираем. Опа. Все, теперь сваливаем все в наших сумках. Сваливаем отсюда. Ну все, это было легче легкого. Обграбили этот банк по-полному. Теперь мы богаты и можем уехать от этого People Melon. Он нам ничего не сделает. Да, People, согласен, пошли отсюда. Да, мы крутые теперь. Нет, я крутой. Ой. Здравствуйте, дорогие люди. Пожалуйста, не надо. Надо, получайте. На. Ай, People. С ними как и няня надо нянчиться. Ведь что, то сбегают, то банк грабят, то еще что-то делают. Где это мы, Мелан? Я не знаю, People, куда мы делись. People, Мелан, где мы? Отвечай. Вы сейчас на грани своей смерти. Ну, я вас, конечно, потом вылечу и посажу обратно в подвал, в который вы не выберетесь. Но имейте в виду, вы не выберетесь оттуда, да? Нет, ну пожалуйста, не надо. Мы ж не специально, просто хотели уехать от тебя. Да, хотели. Ну вот дело то, что вы от меня не уедете. Вы со мной будете.
Ты так моя половина части тела. Но перед тем, как Милана, я тебя отправлю вниз, я хотел бы с тобой кое-что сделать. Получай. Ай! Что ты сделал с ним, People Милан? Я его вырубил. А вы сейчас полетите вниз. Нет, People Милан! За что? Ну все, теперь надо спрыгивать. Ни-у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 -
А то уже реально надоели. Не уедут от меня. От меня никто не уедет. Итак.